Интернет-канал Туируша и компания Туиру представляют. Вера, ну что, готова сразиться в бою с игрой «Отель Делюкс», которую мы собирали с тобой сколько? 100 лет. Ну, где-то минут 20-30 мы с тобой точно собирали все эти здания. Давай расскажем, что за здания стоят. То есть что? Это башни Москва-Сити, как они называются, Москва-Сити в этой игре. И мы их скрутили в здание и прикрепили им крышу и основание. Ну, теперь мы должны ходить для того, чтобы все эти здания купить. Ага. Ты бы какие больше здания хотела себе? Я бы себе больше хотела все. А я бы больше всего хотела ледники вот эти. Ну, в общем, все. А здесь что? А там поле, на котором заключаются сделки, бросаются кубики, расплачиваются за здание. Мы с тобой выбрали два самолетика. Мой синий. Мой розовый. И мы будем ими ходить. Для этого нужно бросать кубики. Кто первый? Я. Кто младше, тот ходит. Да, точно. Ты уже правила знаешь. И для начала, чтобы начать игру, мы должны получить по 12 тысяч монет. Вот тебе 10. Еще? Вот мне 10. Вот тебе 12. Вот мне 12. Все, раздали. Остальные деньги у нас остаются в банке нашем. Угу. Ну что, ходи, бросай. 5. Так, твой, давай я тебе помогу. 1, 2, 3, 4, 5. Ты попал на строительство. Разрешение на строительство. Если вы остановились на одной из таких клеток, у вас есть право собственности. И тебе нужно кинуть кубик теперь, чтобы получить разрешение. Если зелененькое, то получено. Если красный, то отказано. А другие я тебе расскажу. Зеленый. Разрешение получено. Заплатите в банк сумму денег, указанную на карточке. Так, ты у нас приобретаешь какое здание? Прям любое всех надо? Ну, здесь у каждого есть цена. Вот, посмотри, сколько что стоит. Так. Вот эти называются кокос. Риф, это где у нас риф? На островах. Риф, это вот. Ты можешь приобрести вот это здание. Я хочу морской риф, наверное, все-таки. Может, ты пока купишь эту, а потом поднакопишь и возьмешь риф? Риф. Давай мы тебя оставим пока. Когда ты остановишься у рифа, значит, сможешь купить риф. Угу. Строительство 400. Одного здания. 400, это как, это где? Это у тебя вот 500, это зелененькое. Я тебе даю сдачу. 100. Держи. А ну стой, все? Да. Вот ты теперь знаешь, что у тебя строится объект один. Значит, ты сможешь там отель. В следующий раз, когда ты попадешь, у тебя уже строительство закончится. И ты будешь сдавать номера в отеле. Все, я поняла. Теперь я кидаю кубик. У меня выпало тоже 5. 1, 2, 3, 4, 5. Я продвигаюсь вперед на 1. Так, у меня выпало... Если вы остановились на одной из таких клеток, добавьте к любому своему отелю вход бесплатно. У меня нет отелей, значит, я никаких действий не делаю. У меня пока отелей нет. Теперь ты ходишь. 2. Это у нас 1, 2. Так, у тебя выпал мешок с деньгами. Вы можете купить право собственности на землю для любой клетки, смежной с той, на которой вы остановились. То есть ты можешь купить право собственности вот на это. Ты можешь купить вот этот дом. Вот этот дом у нас относится к категории Рейн. Это сколько у нас? Если одна звезда 150, две звезды 300, потом, видишь, 4 звезды 750. Это ты покупаешь всю территорию. Давайте весь островок. Весь островок? Ну ладно. Ну что, будешь покупать? Да. 750 с тебя. Так, 1000. А тебе я отдаю 250 сдачи. Так, ну что ж, поздравляю тебя с твоей собственностью. Проведешь мне экскурсию у тебя? Вот это у меня будет дом волшебства. Там, наверное, Гарри Поттер со своей волшебной палочкой. Нет, всякие там звери, там волшебники. Вот это вот, это моя школа. Там я учусь писать. Угу. А здесь у меня проводится физкультура. Ну, все, что нужно для счастья. А спать где? Спать. Здесь спать нужно. В доме волшебства? Отлично. Надо к тебе будет наведаться в гости. Ну, тогда я кидаю кубик. 3.
Раз, два, три. О, мне выпало. Многоэтажка. Я тоже хочу многоэтажку. Построить бесплатно. Так, два. Вера, мы с тобой все перепутали. Надо было сначала убрать все здания, чтобы было пустое поле, а только потом, когда ты строишь что-то, ты ставишь это здание. То есть нам с тобой нужно теперь все-все-все убирать и заново начинать без зданий уже. О-о-о! Эх, а мы увлеклись, было так здорово строить дома, да? Вот именно, да. А такой красивый город казался, да? Со да. всеми зданиями. Так, и вот это убираем, и вот это, и вот это, и вот это. Ну что, будем осваивать земли? Давай. Уважаемые взрослые, сейчас я обращаюсь к вам. Если вы хотите держать весь город в своих руках, для этого просто приобретайте настольную игру «Отель Тайкон», да еще и со скидкой 10%. На сайте toy.ru вы получите ее, если воспользуетесь промокодом toy.tv. Ну что, можно мне купить эту игру? А потом с тобой продолжим. Да. Сколько она стоит? Сейчас. Она у нас стоит 2050 монет. Ого, раз, два, три, четыре, 2050. Спасибо большое, буду строить здание обязательно. И играть можно, кстати, не только вдвоем, но и вчетвером, правильно? Спасибо да. большое. Пожалуйста. Пока-пока. Пока-пока.